Друзья, вот сейчас я в храме, мы поставим свечку. Сейчас здравия всех у вас и всем желаю мира во всем мире. Давайте поставим свечки. Дай Бог, мам, здоровья тебе, я тебя люблю. Дочка Аннушка тоже желаю всех благ, учись и будь самой красивой, самой любимой у всех. Всем желаю мира во всем мире. Бабульку зовут Анна. Ставлю за здравие, пускай будет здоровой, жить долго будет. Сейчас бабушке 84 года. Громко говорить не могу, в храме понимаете меня. Давайте эту свечку поставим за мир во всем мире. Я всем желаю, и жить должны мы все дружно, будьте людьми, все оставайтесь. Под маску добра часто скрывается зла. Так что будьте тоже внимательны. Я уже с этим сталкивался, не хочу, но я не был таким, как сейчас. Поэтому вас призываю, давайте жить дружно.